сжимаете, глаза закатывать. Да, но тут глаза закатывать поздно. Надо что-то делать. Я ведь этим инопланетянам русский язык и литературу преподаю. Вот сегодня всю ночь перед концертом не спала. Все думала, кого же это мы выпустим? Может, я, конечно, преувеличиваю, не знаю. Другим учителям проще. У них на уроках формулы, цифры, треугольники. Короче, не так заметно. А у меня наш великий и могучий русский язык. Тут в зале я вижу родителей много. Спасибо, что хоть на концерт пришли. А то на родительские собрания сейчас ходить не модно. Все у телевизоров сидят, Воронины смотрят. Ну так я вам сейчас отрывок из сочинения прочитаю. Это вам похлеще интерна будет. У меня лично от таких сочинений прямо мороз по коже. Это мой ученик Рыбкин пишет. Вполне нормальный мальчик. И семья, я узнавала, у него очень приличная. Вот тема. Образ Татьяны Лариной. Послушайте, что этот Рыбкин написал? В натуре. Это Татьяна клевая герла. Я прямо тащусь и балдею. Но не вырубился. Чего она так круто клеилась к Онегину? Это же полный мрак. Он ведь мэн без понятия. А Татьяна тоже ни в харде, ни в роке не рубит. Ну, там дальше еще про рокеров написано, про металлистов. Но мне-то оценку по Пушкину ставить надо. Хотела я этому Рыбкину единицу вкатить. А потом думает, а что, если это все сначала на русский язык перевести? Может, у Рыбкина там интересная мысль зашифрована? Подошла я к своей коллеге Сорокину. Она педагог со стажем, 30 лет в школе. Сорокина сочинение прочитала и говорит, что вам здесь непонятно. Видно, что с произведением классика Рыбкин ознакомился. И вообще, что вы от этих учеников хотите? Они же 8 раз пережили школьную реформу. Спасибо, что хоть писать не разучились. Заглянула она в мой класс, а там, как обычно, магнитофон на парте включен, ученики, как роботы, дергаются, а Рыбкин на учительском столе на спине крутится. На меня они, конечно, ноль внимания. «Смотрите, — говорит Сорокина, — как это делается? Сторону меня отодвинула и как крикнет не своим голосом: «Кончай тусовку!» И гробовая тишина наступила, а она в педагогическую атаку пошла. «Все, прикуешь, Рыбкин, — говорит, — опять балдеешь или никак не врубишься? А ну, греби на место и там заглохни навсегда!» Слушаю я ее, а сама думаю, когда же мы с вами, товарищи взрослые, начнем устанавливать контакт с этой неземной цивилизацией? Я понимаю, вам, конечно, не до них. Вы день и ночь дебаты по телевидению смотрите, вопросы решаете, что делать и кто виноват. Но ведь рядом с вами под одной крышей эти гуманоиды растут. Как ни крути, а это наша смена. И кому же, как не нам, врубаться в этот мрак? Может, еще и обойдется как-нибудь? Ведь они все-таки у вас клевые ребята.